С 1 марта по конец мая в райцентре Усть-Майского улуса объявили санитарный трехмесячник по уборке, благоустройству и озеленению поселка. Подробнее наш корреспондент. С началом весны, кроме тепла, к нам приходят все проблемы, связанные с таянием снега. Мы можем наблюдать плоды своей зимней деятельности, который до поры до времени скрывал снежный покров. Поэтому силами жителей поселка придется все весенние месяцы усиленно убирать мусор, благоустраивать свои территории. Администрация Усть-Майя совместно с предприятиями и организациями, жителями поселка проводит планомерную работу по благоустройству населенного пункта. В рамках этого трехмесячника, значит, на территории поселения будут проведены такие работы по благоустройству, как вывозка снега, регулирование численности безнадзорных животных, очистка тротуаров, значит, от снега. В том числе будут проводиться субботники обязательно. Поэтому работы мы запланировали. Финансирование у нас пока в надлежащем объеме по минимальным, значит, затратам нашим есть. В районном центре сегодня актуальным остается вопрос именно водоотведения в первую очередь. Установка новых септиков в наших многострадальных, можно сказать, домах. Главным остается у нас это наш чистый берег реки Алдан. Подобная акция проводится у нас не впервые. Население активно принимает участие. И мы хотим, чтобы и зоны отдыха в лесном массиве, частоту которых поддерживаем мы, конкретно коллектив инспекции охраны природы и Усть-Майского лесничества, тоже отвечал требованиям. Каждый житель Усть-Майи хочет видеть свой поселок чистым и ухоженным, но для этого необходимо приложить некоторые усилия. Убраться в своем дворе, на улице, принять участие в субботнике, посадить дерево и просто не бросать мусор в неположенном месте. Ведь это так просто. Елена Александрова, Тимур Канаев, Роман Александров, НВК Саха, Усть-Майский улус.